Всем огромнейший привет! Сегодня вяжем красивый такой узор. Вяжется он на одном дыхании, легко и просто. Я вязала шарф такой красивый, а сегодня в другом цвете покажу вам на другой пряже, как вязать такой простой и красивый узор крючком. Называется он косичка. Набираем цепочку из воздушных петель. Количество петель кратно должно быть 4, то есть делиться на 4. Я набираю цепочку из 20 воздушных петель. Набираю крючком номер 5,5, а вязать буду крючком номер 3,5. Это делается для того, чтобы край у нас не был стянутым. Набираю дополнительно 2 воздушные петли. Четвертую петлю от крючка вяжем 1 столбик с одним накидом. В следующую петлю провязываем еще один столбик с одним накидом. В следующую тоже провязываем один столбик с одним накидом. Получилось у нас 3 столбика с одним накидом, и в конце 3 воздушные петли. Они равны 1 столбику с одним накидом. Итого получилось 4 столбика с одним накидом. Набираем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Делаем накид, провязываем 4 столбика с одним накидом в каждую петлю, не пропуская петли из основания. 1 столбик с одним накидом, 2 столбик с одним накидом. Третий столбик с одним накидом. Четвертый столбик с одним накидом. Набираем опять 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Накид. Провязываем 4 столбика с одним накидом. Опять 10 воздушных петель.
и снова 4 столбика с одним накидом. Если вы сделали все правильно, то последний столбик с одним накидом провязывается в последнюю петельку из набора петель. Первый ряд готов. Разворачиваем работу. Вводим крючок в первую петлю, захватываем ниточку другого цвета и вытягиваем. Получается у нас одна петелька воздушная. Набираем еще 2 воздушные петли. 3 воздушные петли заменяют нам 1 столбик с одним накидом. Провязываем еще 3 столбика с одним накидом. Десять воздушных петель и снова 4 столбика с одним накидом. Итак, вяжем нужную нам длину. Все ряды у нас повторяются. Провязываем 4 столбика с одним накидом, 10 воздушных петель и опять 4 столбика с одним накидом. Для примера достаточно будет, теперь я вам покажу, как мы будем заплетать узор. Поворачиваем на лицевую сторону. Цепочку в первом ряду, вот эту вот из 10 воздушных петель, переворачиваем, чтобы не было дырочки. Берем следующую цепочку из 10 воздушных петель и протягиваем в нижнюю. Заплетаем косичку. Так делаем со всеми цепочками.
заканчиваем работу, обвязав последний ряд. Ничего сложного нет. Получается простой и достаточно красивый узор. Я желаю вам терпения, вдохновения. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео в соцсетях с друзьями. До новых видео. Всем пока!